ожидала, конечно, что так произойдет. У меня до сих пор эмоции зашкаливают. Я просто счастлива. Было очень много задумок, и хотелось это сделать именно глобально. Вот, вот так вот, чтобы массово. Но приезжала команда моя с моего города, с Твери, как раз я оттуда. И вся цель была направлена как раз вот на Ледовый дворец. То, что именно здесь сделать предложение на льду. И руководство вообще просто супер помогло сделать сценарий такой шикарный. И очень много от себя добавило, и получилось вот в итоге вот так вот красиво.